Магаданский парк «Маяк» получит из федерального бюджета 257 миллионов рублей на продолжение реконструкции. Об этом сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Региону выделят дополнительные средства в соответствии с поручениями, данными по итогам поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. Парк «Маяк» в бухте Нагаева появился благодаря победе в 2018 году во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Авторы получили 100 миллионов рублей, еще 85 миллионов выделила Минвосток развития России по линии единой субсидии. Объект сдали 26 декабря 2019 года. На втором этапе благоустройства планируется построить автопарковку на 66 мест, спортивную площадку и реконструировать пирс. Второй этап оценен в 257 миллионов рублей. Работы начнутся уже в этом году, завершатся в следующем.